Турецкий городок Анталья на побережье Средиземного моря. Здесь расположен роскошный отель «Риксос Бельдиби». Строительство гостиницы, возведенной в начале 2000-х годов, финансировалось казахстанскими властями. Владельцем был экс-президент Нурсултан Назарбаев. По информации, на декабрь 2021 года 23% акций гостиницы принадлежали Комитету госимущества и приватизации Минфина Казахстана. 77% – компании «Дирекция по управлению недвижимостью», которая принадлежит Ельбасы фонду, а им владеет Назарбаев. Накануне стало известно, что отель сменил владельца. По данным журнала Forbes, в феврале этого года компания, входящая в Ельбасы фонд и комитет Минфина, передали акции управлению делами президента. Практически одновременно с этим 16 февраля ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью» вышла из состава акционеров компании. При этом в аудированной финансовой отчетности отеля нет дополнительных разъяснений касательно метода перехода доли экс-президента Казахстана. Была ли это сделка купли-продажи или же договор дарения, остается неясным. Мы попытались выяснить, каким образом гостиница, принадлежавшая Назарбаеву, перешла управлению делами президента. В компании «Дирекция по управлению недвижимостью» записали телефон корреспондента, чтобы связаться позже, но пока этого так и не произошло. Юрист компании, через которую Казахстан управляет отелем в Турции, от разговора отказался. Хабарларыңыз бар ма бул келисимчарттан? Нынешний владелец «Риксос Бельдиби», управление делами президента, внесло отель в список организаций, аффилированных с ведомством, на своем сайте в апреле этого года. Азаттык обратился с вопросом, на каких условиях гостиница сменила хозяина. На момент выхода сюжета ответ не поступил. Таким образом, сейчас можно утверждать одно. Отель, которым более 20 лет владел Назарбаев, на невыясненных условиях перешел под управление организацией, непосредственно подчиняющейся нынешнему президенту Токаеву. В апреле этого года Азаттык установил резиденцию Назарбаева в элитном районе Алматы. Экс-президент владел особняком через ту же компанию «Дирекция по управлению недвижимостью», входящую в Ельбасы фонд. В феврале этого года Назарбаев передал резиденцию в дар государству. О том, сменили ли владельцы другие объекты роскошной недвижимости, принадлежащие Назарбаеву, информации пока нет. Например, экс-президент через Ельбасы фонд владеет дворцом в верхней части Алматы и особняками на искусственном зеленом острове в Астане.